Эфир канала ОТС продолжают информационные итоги дня. В студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. О самом главном и интересном коротко прямо сейчас. Он имплантируется под кожу, то есть может вызывать какой-то дискомфорт, особенно в послеоперационном периоде. В каких-то крайне редких случаях может вызывать септические осложнения. 12 лет жизни на одной батарейке. Новосибирские хирурги первыми в стране установили кардиостимулятор прямо в сердце. Справа глобус, слева красный факел. Два крупных новосибирских театра стали соседями по вагону метро. И факты из жизни этих театров, опубликованные на стенах вагона, красочно описывают их историю и вклад в жизнь региона. Остановка «Глобус», следующая – филармония. Когда вслед за музейным вагоном метро в городе появится театральный трамвай. Первый российский ресторан, который получил европейскую пальмовую ветвь, находится в Новосибирске. Вот он. Собственно говоря, он называется не ресторан, а гастрономический театр. От нашего стола вашему, что приготовили для иностранных туристов новосибирские рестораторы. Сегодня в Москве заседает рабочая группа Госсовета по образованию и науке. Ее возглавляет губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В столице работает и наш корреспондент Николай Сальников. Он на прямой связи со студией. Здравствуйте, Николай. Ждем подробности. Здравствуйте, коллеги. Заседание рабочей группы Госсовета по направлению наука и образования под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова проходит во второй раз. Местом для сегодняшней встречи выбрали Московский центр качества образования. Среди заявленных спикеров, помимо главы нашего региона, есть представители Томской и Кировской областей, а также высшие руководители федеральных министерств просвещения, науки и образования. Одна из главных тем сегодняшней встречи – это так называемое сетевое образование. Речь идет о создании вертикали – школа, среднее учебное заведение, вуз, а также параллели на каждом из этих уровней образования. Для чего это нужно? Ну, не секрет, что различные учебные заведения имеют разную степень укомплектованности материально-технической базой и кадровым резервом. Так вот, для того, чтобы те учреждения, где чего-то не хватает, могли пользоваться всеми указанными благами у своих коллег. Еще одна тема сегодняшней встречи – это синхронизация аналитики рынка труда и образовательных программ. Для чего это нужно? А для того, чтобы сегодня в учебных заведениях готовили тех специалистов, которые уже реально востребованы на рынке труда и будут востребованными на рынке труда в самой ближайшей перспективе. Коллеги? Спасибо. Наш корреспондент Николай Сальников о заседании рабочей группы Госсовета по образованию и науке в Москве. Другим темам. Миллионы российских семей, в которых больше двух детей, получат новые возможности для приобретения квартир. В Совете Федерации предложили распространить льготную ипотеку и на вторичное жилье. Сейчас субсидирование касается лишь покупки квадратных метров в новостройках. Сенаторы уточнили, что речь идет о ставке в 6%. До этого уровня в послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил удешевить ипотеку для таких семей. Поправки в закон должны внести до конца марта. Новосибирские хирурги первыми в России имплантировали пациенту новейший безэлектродный кардиостимулятор. В отличие от традиционных моделей, он почти невесом и не нуждается в подзарядке, рассказывает Дмитрий Антипов. У меня в руках классический кардиостимулятор. Такие ставят пациентам по всему миру уже порядка 60 лет. Обычно он находится примерно вот здесь, под кожей, и может вызывать дискомфорт у пациента. Новый же кардиостимулятор размером не больше таблетки и, находясь внутри сердца, не вызывает никакого дискомфорта. Устройство весит менее 2 граммов, а его установка намного менее травматична, чем имплантация традиционного стимулятора. Капсулу через небольшой прокол помещают в бедренную вену, а далее при помощи специальной системы ведут до сердца, где закрепляют мягким полимерным захватом. Батарея импланта обеспечивает до 12 лет автономной работы. Предыдущая серия аппаратов, она достаточно большая. От него отходит электрод, который непосредственно должен фиксироваться в одну из камер сердца. Он имплантируется под кожу, то есть может вызывать какой-то дискомфорт, особенно в послеоперационном периоде. В каких-то крайне редких случаях может вызывать септические осложнения. Сейчас в планах установить стимулятор 10 пациентам. Людмиле Бушуевой операцию провели накануне, а уже завтра она отправится домой. Говорит, самочувствие отличное. До операции было неважно. Сознание теряло иногда. Скорую вызывало, давление подскакивало за 200. Показали новый кардиостимулятор, мы согласились на него. Все-таки новая техника, как говорится, уже не так будет больно и прочее.
Меж тем, традиционные версии стимуляторов и дальше будут устанавливать. Новое устройство подходит далеко не всем пациентам. Однако после окончательного одобрения ноу-хау Министерством здравоохранения жизнь многих людей с болезнями сердца получится существенно облегчить. Дмитрий Антипов и Антон Мамаев. Новости ОТС. Пассажиры новосибирского метро теперь могут узнать об истории любимых театров по дороге на работу. Сегодня на линию вышел вагон-музей с экспозицией, посвященной глобусу и красному факелу. Справа глобус, слева красный факел. Два крупных новосибирских театра стали соседями по вагону метро. И факты из жизни этих театров, опубликованные на стенах вагона, красочно описывают их историю и вклад в жизнь региона. Здесь и сведения об успехах театральных трупп, и краткие биографии артистов. Организаторы проекта утверждают, театры спустились в метро, чтобы стать ближе к зрителю. Вот это прекрасная инициатива, это совместная инициатива мэрии города Новосибирска, Министерства культуры Новосибирской области, музея города Новосибирска, который традиционно украшает метропоезда Новосибирска различными социальными объектами и культурными в том числе. Проект считают образовательным. Чем больше люди узнают о старейших театрах области, тем лучше проникнутся историей сибирской столицы. В следующем году нашему театру «Глобус» исполняется 90 лет. И нашим друзьям, скажем, театру «Красный факел» исполняется 100 лет. То есть в преддверии таких наших юбилеев, я считаю, что это очень хороший подарок нам к юбилеям от города. Еще одним подарком «Глобусу» станет ремонт. На это из федерального и областного бюджетов выделили более 100 миллионов рублей. А всего федеральный центр перечислит театрам области 140 миллионов рублей. Часть потратят на гастроли. К примеру, «Красный факел» отправится в Ростов-на-Дону, а «Мускомедия» – в Севастополь. Кстати, руководство последней выступило с инициативой. Предлагают переименовать трамвайный маршрут номер 13, по пути которого находится филармония и основные театры Новосибирска, в театральный. Еще одна хитрость в этом проекте, а именно хитрость такова, что все, кто едут в этот день на этом маршруте в театр, они по своим билетам проезжают бесплатно. Мы готовы взять на себя какие-то расходы. Расходы, включая брендирование трамвая, по мнению директора театра, будут небольшими, особенно в сравнении с тем эффектом, который проект даст. Ведь аналогов ему в России пока нет. Дмитрий Белькевич, Алексей Зубило, новости ОТС. Аэросъемка тепловизором, акустические системы, исследования томографом. Сегодня энергетики сибирской генерирующей компании продемонстрировали специальные приборы для выявления дефектов на теплотрассах. Подробности в сюжете Андрея Баева. Порыв магистральной теплотрассы на улице Лежена. Без горячей воды 39 домов и 2 нежилых объекта. Но назвать это аварией нельзя, говорят энергетики. Все жители были заранее предупреждены, а работы выполнены раньше срока. Специалисты точно определили место дефекта с помощью современных приборов диагностики теплотрасс. Чтобы не проводить раскопки, так называемые шурфовки, благоустройства территории, а это могут быть и проезды, не только внутриквартальные, но и магистральные автодороги, федеральные в том числе значения, берем один из наших приборов. Сегодня энергетики используют методы так называемого неразрушающего контроля. Не выкапывая ямы, оценивают состояние труб, выявляют напряженные участки, на которых может возникнуть дефект. На вооружении специалистов СГК специальные томографы для определения структуры металла трубопроводов, акустические течеискатели и тепловизоры. Применение современных методов диагностики и выявления дефектов на потребителях может отразиться только наилучшим способом. То есть, во-первых, у нас при применении этих методов сокращается объем благоустройства. Мы выявляем больше дефектов, которые устраняем. Естественно, все дефекты, устраненные во время отопительного сезона, они не проявят себя в период проведения испытаний. Диагностика состояния теплосетей тепловизионной аэросъемкой – еще один современный метод. Он позволяет качественно и быстро оценить ситуацию на городских теплотрассах. В данной программе мы можем сразу же наложить все термоснимки на поверхность нашего города, так сказать, вот, и уже принять решение на дополнительное обследование, если какие-либо аномалии фиксируются в том или ином участке. Сейчас энергетики готовятся к большой программе летних ремонтов. На эти цели СГК выделила 721 миллион рублей. Средства направят на перекладку магистральных сетей. Там в последнее время больше всего слабых мест.
Эффект от такой замены в несколько раз выше, чем от ремонта внутриквартальных трубопроводов. Ведь аварии грозят отключением от тепла не отдельных домов, а жилых кварталов. Итого за сезон 2019 капитально отремонтируют 27 километров теплотрасс. Андрей Баев, Борис Гладких, новости ОТС. Это информационные итоги дня, и смотрите далее в нашем выпуске. Жужжат, стучат, гремят. Самая шумная и живая выставка открылась в Новосибирском экспоцентре. В ближайшую неделю здесь будут говорить о металлообработке и сварке. Этот праздник знаменовал собой начало каких-то новых свершений в области культуры. Депрессия, она коварна тем, что человек до конца не может понять, что с ним происходит. Да? Просто у него падает работоспособность, он становится раздражительным. В Новосибирске соберутся признанные рестораторы со всей страны. На кулинарном форуме он пройдет в середине апреля. Представят рецепты от кутюр, откроют ярмарку экологически чистых продуктов и определят, кто лучше всех в России готовит пирожные и пиццу. Мой коллега Сергей Толмачев выяснил, чем в Сибири можно европейских ресторанных критиков удивлять. Первый российский ресторан, который получил европейскую пальмовую ветвь, находится в Новосибирске. Вот он. Собственно говоря, он называется не ресторан, а гастрономический театр. Сейчас здесь готовят новые премьеры, кулинарные спектакли для гостей чемпионата мира по хоккею. Готовятся и в других заведениях общепита. Если канадцы или чехи непривередливы, одним нужны блинчики с сиропом, другим пиво с кнедликами, то французам или шведам подавать деликатесы. Да такие, чтобы еще раз захотели приехать. В нашей области уже целую книгу рецептов блюд собрали, каких больше нигде не попробовать. Но не каждый ресторан готов, например, подавать тушеных куропаток, рябчиков или другую дичь. Это довольно-таки сложно. Во-первых, логистика сложная. Во-вторых, отношения вот эти вот с охотобществами и так далее, не все так просто. И очень серьезный подход к такому продукту со стороны санэпиднадзора. В Минпромторге стараются облегчить правила. За столиками в Новосибирской области посетители оставляют почти 27 миллиардов рублей в год, не считая чаевых. Но до Москвы или Питера еще далеко. Даже в Красноярске общепит доступнее. Чтобы исправить ситуацию, начинающим бизнесменам в нашем регионе предлагают льготный кредит под 7% и учат работать в школе гастрономического бизнеса. Из 80 участников у нас порядка 12 участников открыли разного рода форматы общественного питания. Причем это участники не только из города Новосибирска, это участники были из сельской местности. Челомский район, недалеко, относительно недалеко от города Новосибирска, у нас была участница, которая открыла на сегодняшний момент в Чулыме доставку суши, например. То есть она собственное производство и собственная доставка. Все достижения кулинарного искусства Сибири представят на форуме в экспоцентре. Там же пройдут и три чемпионата. Повара будут соревноваться в приготовлении тортов, пиццы и фигурной резьбе по овощам. А еще в планах выставка местных продуктов. Лучшие рестораторы стараются покупать только то, что производят на территории области. Это, во-первых, свежесть. Это, во-первых, качество, которое ты можешь контролировать совместно с производителем. Ну а местным производителям куда еще бы отдавать свои продукты? Увидеть, прицениться и попробовать все это можно уже 10 апреля. А заодно и рецепты узнать. Организаторы обещают, будет вкусно. Сергей Толмачев, Тарас Тарасов, новости ОТС. Сейчас короткая реклама и вернемся к выпуску новостей. Распродажа внедорожников Chevrolet Niva. Выгода до 112 тысяч рублей. Только до 31 марта 2019 года. Заходите на chevroletniva.ru. Это новости ОТС. Мы продолжаем. В экспоцентре сегодня открылась промышленная выставка, на которой представили новейшие технологии обработки металлов и сварки. Лазеры способны разрезать сталь толщиной в несколько сантиметров и станки с высочайшей точностью. Константин Клещин о перспективах развития отрасли в нашей стране. Жужжат, стучат, гремят. Самая шумная и живая выставка открылась в Новосибирском экспоцентре. В ближайшую неделю здесь будут говорить о металлообработке и сварке. Кусок проката превращают в ажурную деталь. Посмотреть на это технологическое чудо собираются десятки посетителей. Многие российские предприятия обновляют парк станков. Отечественные компании хотят выпускать качественную продукцию. Поэтому иностранные поставщики уже не так подобострастно смотрят на тот же Китай.
Крупнейшим потребителем нашей продукции является Китай, но на прошлой неделе вышел отчет. Потребление станков в Китае упало на 50% по сравнению с прошлым годом. Мы думаем, какова будет ситуация в мире, но в России по динамике наших отношений с заказчиками, по результатам работы мы чувствуем себя уверенно. Инвестиции в новое оборудование у обработчиков металла неизбежны. На этом рынке фактически произошла революция. Например, повсеместное внедрение лазера изменило жизнь специалистов. Техника с легкостью и разом выполняет работу, на которую раньше требовалось уйма времени и несколько станков. Если говорить узко про обработку металла листового, чем мы занимаемся, то это повышение производительности труда в разы. Скорость, точность, повторяемость. 20 микрон на 3 метрах – это очень хороший результат. Впрочем, новизна техники еще не панацея. Ведь предложений много, и на сегодня востребована услуга консультирования. Приходит клиент, значит, говорит о своей проблеме, о том, что нужно ему произвести там, некое изделие. Мы ему предлагаем технологическое решение, строим технологическую цепочку и подбираем под эту цепочку технологическое оборудование. Российская металлообработка идет по двум направлениям – модернизация крупных компаний и формирование малых. Большие предприятия делятся с коллегами заказами. Востребованы многофункциональные станки с быстрой сменой режима работы. Все это показывают и рассказывают на выставке в экспоцентре, которая будет работать до 28 марта. Константин Клещин, Александр Егоров, Новости ОТС. Лидеры партии «Справедливая Россия» решили обратиться к народу. Формат выбрали всероссийской пресс-конференции. В каждом городе собрали журналистов. Поводом стали законодательные инициативы и возможное объединение с другими общественными организациями. После инаугурации президент страны подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которой надо до 2024 года. Для этого чиновники разработали национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития России. Кроме того, предложения вносят представители партии. «Справедливая Россия» выдвинула ряд инициатив. Наша партия вносит в Думу законопроект, который так и называется, о социальной поддержке семей, имеющих детей. В этом законе предусмотрены меры по увеличению пособий, дотаций. В случае, если вдруг семья взяла ипотеку, то снижение процентной ставки там буквально до 3-4%. В случае, если семья облагается налогами, либо задачу за земельный участок, налоги на недвижимость снижать в половину. Несколько законопроектов отклонили в Госдуме, поэтому «Справедливая Россия» решила объединиться с другими партиями и к следующим выборам в парламент выйти сплоченным социально-патриотическим фронтом. Провести широкую общественную дискуссию по поводу слияния всех здоровых социал-патриотических сил в рамках «Справедливой России», либо искать еще какие-то формы сотрудничества, потому что, к сожалению, мы с вами видим, что законодательство Российской Федерации не подразумевает создание политических блоков. Нужно в целом менять партийно-политическую систему нашей страны. Иначе, уверены справедливороссы, реализовать послание президента будет крайне сложно. Елена Мирошниченко, Борис Гладких, Новости ОТС. Сегодня в центре Новосибирска прошел необычный флешмоб. Его участники отметили Международный день больных эпилепсией. Оно для людей в большинстве случаев не представляет опасности, если будет правильно оказана первая медицинская помощь. То есть в основном люди теряются, потому что они не знают, что делать, да, как поступить. И для этого проводится флешмоб, чтобы привлечь внимание и, самое главное, рассказать людям, как оказать помощь, если они столкнулись где-то, что у человека произошел эпилептический приступ. Как ему можно помочь, как Максим, оказать первую помощь. Максим. В одной руке участников фиолетовый зонтик, в другой листовке финалистки городского конкурса красоты дефилировали по Первомайскому скверу и привлекали внимание прохожих. В Болотном открыли зрительный зал районного дома культуры, оснастили его по последнему слову техники. Теперь народным коллективом на сцене будет где разгуляться, а зрителю в зале отдохнуть с комфортом. На сцене талантливые малыши, взрослые и ветераны труда. Вокальные и танцевальные коллективы радуют гостей на официальном открытии после реконструкции главного зала районного дома культуры. Этот праздник знаменовал собой начало каких-то новых свершений в области культуры, каких-то прорывов творческих. Олег Чекини в прошлом году стал лучшим работником культуры. Говорит, теперь творчество ничто не ограничивает.
В зале качественный цифровой звук, оригинальные световые решения, комфортные кресла. Деньги на реконструкцию выделили из областного бюджета при обязательном софинансировании из местной казны. Само здание ДК 80-х годов постройки. Начали народную стройку делать. И вот это был 79-й год, и на Новый год в 80-м году его открыли. Конечно, такого качества, как вот сегодня он есть, мы достичь не могли, потому что и не было тех строительных материалов. В профессиональный праздник деятелей искусства лучших из них наградили почетными грамотами. Благодаря национальному проекту «Культура» в районах области должны решить проблему с профессиональными кадрами и оборудованием ДК. Мы сейчас с вами сделали районный дом культуры, но у нас много поселенческих еще домов культуры, которые требуют капитальных вложений, оборудования. Детские школы искусств требуют музыкальных инструментов, библиотеки, книжных фондов. И все это есть в национальном проекте. С этого года потихонечку, не говорю, что очень быстрыми темпами, но потихоньку деньги начнут поступать и в Болотинский район. До конца года зрительный зал оснастят кинопрокатным оборудованием. Районный дом культуры уже готов принимать коллективы со всего региона. Например, государственный ансамбль песни и танца «Чалдоны» выступит на обновленной сцене 14 апреля. Ирина Шатрова, Андрей Новоселов, Новости ОТС. Российский Минздрав опубликовал неутешительную статистику. Каждый третий житель нашей страны страдает расстройствами психики. Причем неврозы и другие неуравновешенные состояния чаще всего диагностируют у жителей Сибири. Дмитрий Белькевич узнал у специалистов, кто в группе риска. Получать удовольствие от жизни Валентине долгое время мешала депрессия. В угнетенном состоянии она жила несколько месяцев. У меня это происходит почти каждую зиму, но особенно когда начинается сама по себе весна, то есть она бывает скучная, серая, и с ней приходит плохой, например, сон, настроение, нервничаешь. Начала бороться с ней, потому что это невозможно на людей смотреть и ненавидеть. Изменить ситуацию помогла поездка в Индию. Но не каждый может путешествовать. Эксперты говорят, серость и безликость городов, нервная работа и пробки – вот основные причины депрессии. А выражается она в раздражительности, нервозности или подавленном настроении. Атипичная депрессия, она коварна тем, что человек до конца не может понять, что с ним происходит. Да? Просто у него падает работоспособность, он становится раздражительным, ему ничего не вызывает у него радости. То, что раньше вызывало удовольствие, не вызывает сейчас такого удовольствия. И он зачастую не знает, что с этим делать. Специалист советует отвлечься от повседневных проблем, например, найти себе хобби. Но если не удается и возникают мысли о суициде, то немедленно следует обратиться к врачу. При средней тяжелой степени депрессии могут в том числе возникать и суицидальные мысли, которые очень часто могут быть реализованы пациентами. И среди суицидальных попыток, завершенных попыток, очень большая доля приходится на людей, у которых ретроспективно уже было диагностировано расстройство настроения в виде депрессии в том числе. Медик рекомендует родным и близких тех, кто страдает депрессией, не оставаться равнодушными, а буквально за руку приводить их на прием к специалистам. Дмитрий Белькевич, Андрей Дулепов, Александр Егоров. Новости ОТС. И в продолжение медицинской темы в Новосибирске детские травмпункты перешли на новый режим работы. Теперь после оказания экстренной помощи пациентов направляют в поликлиники по месту жительства. В свое время на территории было принято решение, что вот есть детские травмпункты по районам города, да, и они концентрируют на себя всю помощь травматологического характера от начала до конца. Но детей стало больше, травм стало больше, да, тяжесть травм стала больше, и возникает ситуация, что дети начинают уже эту помощь плановую ожидать долго. В поликлинике по прописке плановую помощь окажет детский травматолог или хирург. Медучреждения постепенно включаются в этот процесс. Где-то решают проблемы с кадрами, где-то с помещениями. Однако все тяжелые случаи, те, где накладывают гипс, остаются в ведении детской клинической больницы. В Краснообске прошел спортивный праздник, посвященный столетию газеты «Советская Сибирь». Футбольный турнир и пятая спартакиада журналистов редакции районных газет собрали больше сотни представителей СМИ. О том, как это было, в сюжете моих коллег.
Столетний юбилей отмечают по спортивному футбольным турнирам между областными и городскими СМИ. Журналистов из районов больше. Шутят, команду своих городских коллег будут брать измором. Но на деле все выходит наоборот. Новосибирцы легко одерживают победу. Это же еще и возможность расширить свои знакомства в рамках журналистского сообщества. Например, с региональными СМИ мы вообще никак не пересекаемся. Почему бы нет, почему бы не познакомиться на таком прекрасном мероприятии? Футбольный турнир – лишь часть большого спортивного праздника. Журналисты, фотографы, редакторы и верстальщики состязались еще и в рамках спартакиады районных СМИ. Причем в этом году в новом формате. Раньше собирались в каком-то из районов области, впервые встретились в Новосибирске с ребятами. И они с утра попробовали свои силы на батутах, на скалодроме, на веревочных аттракционах. Всем очень понравилось. И вот сейчас продолжаем. Поэтому команда журналистов в районах, конечно, была подуставшая в этом матче. Но, надеюсь, в любом случае они получили тоже удовольствие. Очень сложный был скалодром. Совершенно необычно. У нас тренеры нас немножко потренировали, попробовали что-то такое. Ну и достойно. У нас одно из самых, время одно из самых достойных. За три минуты четыре человека выполнили это задание. Спартакиада СМИ – это не столько спортивные состязания, а повод и возможность встретиться с коллегами со всей области в неформальной и дружеской обстановке. Такой была информационная картина дня 26 марта. В студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание и до встречи. Студенческие отряды. Стань частью лучшего движения страны. Путешествуй по всей России. Находи новых друзей. Получи неоценимый опыт. Мы строим будущее нашей страны. В этом году исполняется 60 лет движению студенческих отрядов. И вы можете присоединиться к большому студотрядовскому братству. Открывайте новые возможности, обретайте новых друзей и развивайте профессиональные навыки. Вступайте в студенческие отряды. Это время вам запомнится на всю жизнь. Новосибирский региональный штаб студенческих отрядов. 8-952-914-50-27. Здравствуйте, прогноз на 27 марта. По данным сервиса Яндекс, погода в Новосибирске временами снег. На дорогах местами гололедное явление. Ветер юго-восточный 2,7 метров в секунду. Порывы до 10. Влажность 72%. Температура ночью -1, -3. Днем +1, +3. В последующие двое суток возможен небольшой дождь. Температура воздуха в четверг днем +2, +4. В пятницу +3, +5. На этом о погоде все. С вами была Лидия Молодцова. Отличного вам настроения. До новых встреч. Thank you.